Итак, продолжение громкой истории. Сегодня на свободу из Ярославской исправительной колонии номер 8 вышел досрочно освобожденный Евгений Макаров. 25-летний мужчина стал жертвой жестоких пыток в первой исправительной колонии Ярославля. Видео с избиением Евгения Макарова попало в СМИ, что вызвало большой общественный резонанс. Следственным комитетом было возбуждено 6 уголовных дел по избиению еще 5 заключенных. От исполнения обязанностей были отстранены 17 сотрудников ИК номер 1, 14 сотрудников УФСИН арестованы. Здравствуйте. 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 Спасибо вам большое за поддержку, чтобы всем вам было не безразлично это, что происходящее творится. После освобождения молодой человек заявил, первое, что он хочет сделать, это увидеться с родными и близкими. К слову, судебные тяжбы Евгения не закончены. Его адвокат сейчас добивается предоставления государственной защиты вне стен колонии и выплаты моральной компенсации. Я думаю, что провокации возможны, как минимум провокации. Должны предоставить государственную защиту, охрану, потому что дело громкое. Это опасность для Евгения.